давай на убийство тогда Киевское, Киевский район. Я тогда туда поеду на убийство. Предметы. Лужко 1-10. За зовнішніми ознаками. Ну там лом є, це не наше. Блин. Хорошо, давай. Сходи. Я тоже на убийство поеду, хорошо. Где-где? Гранаты F1. На убийство сейчас это, вот это, что взрывные устройства, гранаты да и изымают. Я? Yeah. Есть. Да, три корпуса гранаты РГД-5. И перечисляю и запал, потому что долго будет на взрыв. Мы вам тогда оставим. Так вот в пакете. Это ваш следует? Так вот в пакете. Так вот в пакете. Средства взрывания тоже. Находил. Шесть предметов. Тротиловые шашки. Тоже один большой пакет отдельно. Ну понятно, что все. Кожный завернут. Второго ворку. Угу. Предметы за зовнішніми ознаками. Запали, да. За зовнішніми ознаками. Угу. Являються запалами. УЗРГМ до гранат, запитає. УЗРГМ-2 кольору. Поліетилену та скотч. Паперових упаковок з патронами. Калібром 7,62. Угу. Тут дві упаковки паперових. Дві паперових упаковки. Это уже рассоединенные. Они... Килькости 27. А, ну дальше. Давай, мы сейчас тоже уже заканчиваем. Также паперово обтюратор. Ну, за два предмета за зовнішніми ознаками схожи на обтюратор. Обтюратор. Набор. Набор. Слышишь, Тарас, принеси, пожалуйста, пакеты. Пакеты, да. Что мы уже упаковали, да? Станционные замыкатели, кордовые шнуры. Огнепроводные. Эти все одинаковые. Да, все одинаковые. Кто в этом записан? Осматриваем.